Всем привет, ребят. Ну, решил зайти слить соточку, проверить, какой шанс сегодня на боге грома, есть ли смысл отсюда тянуть огнекрыла. Сейчас мы возьмем немножко молоточка и попробуем посмотреть шанс, что там у нас сегодня падает. Так, есть 500 штук, купили, поехали. Ну, сегодня с наград самое основное — это огнекрыл. Также неплохо сет исцеления 5. Ну и тут 4 сетики падают. Ну, посмотрим, какой шанс. Как видите, пока, блядь, утешительный только приз нам падает. И говорят, сосите лап. О, две карты. Ничего себе. Супер. Ну, нижние все расходники падают. У меня что-то такое чувство, что здесь шанс выбить огнекрыла такой же, как и шанс в вчерашних мороженках. Так, окей, есть, пробежали дальше. Посмотрим, что там нам за дичи нападает сегодня. Даже выше второй не поднимается. Вообще, похерили шанс полный. Смотрите, сколько жму, блядь, в основном низ весь падает. Просто жесть. Это просто жесть, ребят. Ну, я даже не знаю, кто отсюда огнекрыло достанет. Думаю, тут даже если миллион сольем сюда. Ни хрена толкового не упадет. Ну, такое себе, если сравнивать этого пирата и вот это, то это полное говнище. Единственное, что огнекрыл здесь падает. Ну, смотрите, все низ, низ, низ. А в пирате, если слить 100к, самого-то там можно нормально плюшек натащить. Так, окей, побежали дальше. Это не то. Ну давай. Ну, херня полная. Называется, типа, играйте в акцию, мы вам шансы дали. Это просто жесть. Так, забираем здесь 15 зеленых камней. Охренительная награда. То, чего не хватало. Так, окей, побежали еще дальше. Ну, карты смены чар. Ну, такое себе. Кому нафиг эти смены чар нужны сейчас? Они все равно хреново настолько дают. Вот уже нарыли половину. Чем меня, блядь, в этот фонтан тянет? Так, ну, 3 зеленых бутса. Охренеть. Я так доволен. Счастлив. Что-то они последнее время начали сюда напихать. Вот эти смены, лучше бы кулаки напихали, было бы толку больше. Или если бы у нас эти смены хотя бы учитывались в акции, как на китайке. Типа ты делаешь смену и там засчитывает тебя, а тут что, тут вообще не считают эту попытку, получается. Я считаю это неправильно. А вы напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но как по мне, реально вот это вот... полный пиздец, вот эти вот награды отсюда, что я сейчас забираю. Полная дичь. Хотя бы дала третью награду, сундук какой-то. Ну, а тут вы сами, в принципе, все видите, что делается. Просто самое в никуда. Единственное то, что там еще есть на трату акция. Ну и можно набрать этих карт
Вот это единственный какой плюс, и фармить быстренько левела прокачивать. А так, к сожалению, награды тут уже говно. Уже причем давно. Вау! Охренеть. Оттуда упадет реально тоже говнище. С этого сундука. Так, ладно, потом его откроем. Единственное тут, что еще было бы неплохо, шестые эти. Крени, ну и они и так на рынке есть. Их можно открыть. Так, окей. Сейчас посмотрим, что мы собрали. Ну, смотрите, я все время бью. Первая, вторая, первая, вторая. Все, дальше просто не дает. Ну, я считаю, это не рандом, ребят. Это просто наебка. Вот так я скажу. Потому что сколько я уже в эти акции переиграл. Такого днища, как здесь, вот это вот делают. Просто нигде нет. Так, что там у нас еще? Даже ни разу не упал сундук. Первая, вторая, максимум третья вылетает. И не хотят сказать, это рандом. Забиндили, блин, шанс там такой, что либо вообще сделали, чтобы падала первая, вторая. Просто я помню, как я играл раньше в эти молотки, и реально отсюда падало, все время падало. Сумка на этого Рибита, блядь. Кому она нахрен нужна? Ой, короче, вот так вот, ребята. Такая вот дичь у нас. Очередной разводняк от AGG. Чтобы вы себя там не тешили, что вы отсюда что-то достанете. Ну, 98 тысяч кгшек. Охренеть. Что тут еще такого падает? Там еще значков почета набили. Камни. Ну, это там так. У карты смены, вот карты для входа в подземку еще, ладно, там на кгшке пусть будет как плюс. Карты монстр пропуска тоже как бы плюс. И все. Это камни, а вот это пират, да, вот возьмите из пирата. По сколько там, по 600 даже, 300 тысяч кулаков, блядь. Нормально тогда? Или нет? Или 300? Ну да, 300, по-моему. Или 150? 150? Я хер его знаю. По 300 они, по-моему, 150-ка. Ну, то есть, разницу видите уже, да? Ну, так вот. То есть, такая вот акция, разводняк, я бы даже так сказал. Потому что по-другому это не назовешь. Столько слить и набить. Где там эти смены наши? 120 карты обновлений. Смены чарди. 399 карт смены чар. С этих смен чар ни хрена толкового не падает. Так. Идем пооткрываем. Что там у нас еще упало? Сундук. Вот зеленые камни нам упали. Которые нахрен не нужны. Так, психощит. Ну, это мы достали с этих. И где там тут Рибит? И сумка Рибита. Сейчас осколков 10 даст. 20 осколков дало. Короче, жесть. Давайте еще туда дорыльнем. Сколько там у нас? Ну, давайте еще немножко паролим. До этого. Это нам сколько надо? Штук 100. До сумочки следующей. В общем, такое себе. Лучше на найм спустить героев. Думаю, больше пользы будет, если у вас молодой аккаунт, чем,
чем пытаться здесь достать огнекрыло, это просто, ну, это просто, я вам скажу, в никуда сам вы сольете. Смотрите, я уже на ускоренном режиме бегаю. Ну вот, забрали опять. Это разве награды? Это не награды. Единственное, они, наверное, это из-за того, что кучу акций разных, из-за этого они тут такой шанс сделали. Сколько нам там еще? Нам там еще нормально надо дорыльнуть. Ну, шанс вообще никакой. Не то что, а вообще просто, блядь, ноль. Что-то нормальное отсюда вытащить. Блин, так если вы делаете акцию, то сделайте хотя бы какие-то нормальные для народа условия. Но это что, блядь? Это просто какая-то дичь. Ну, набираете вы этих расходников, но это расходники никакие вообще. Я уже кто смотрел. Вот еще карта. И тут вторая карта. Охренительный подарок. Спасибо, IGG. Короче, вот так вот, ребят. Вот такой вот очередной разводняк на самоцветы. Поэтому... Не держите себя надеждой, если вам повезло вытащить что-то выше, значит вам охуенно повезло. Все, подписывайтесь на канал, пишите комменты, обязательно бомбите, ставьте лайки и качайтесь. Всем пока.